В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу. Итак, друзья, сегодня мы говорим о том, как же все-таки много раздражителей нас окружает. Кого-то раздражает железная дорога, кого-то раздражает шумная молодежь. Ну а если все это совместить в одном месте и в одно время, то... Вы вообще всех будете бесить. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что наоборот, это может стать отличным способом борьбы с раздражением. Итак, друзья, селфи-утро. Ножками-ножками, как ты это делал? Друзья, сегодня селфи утро мы делаем ночью, потому что в этот день на вокзале Ярославль-Главный собралось какое-то безумное количество молодежи, и все преследуют только одну цель – отлично провести время, познакомиться с интересными людьми, узнать больше о железной дороге. Вот так, друзья, вокзал становится не только местом встречи, прощаний, но еще и тем... Это ночь, ночь, я пою! Ребята, я желаю вам выбраться из этой квест-комнаты. Кстати, ходят слухи, что те, кто не выбираются из этой квест-комнаты, навсегда переезжают жить на окраину Данилова. Эта электричка поедет прямо туда. Просто в истории ночи в электричке такого никогда не было. Молодежь танцует под Высоцкого. Мы поем, кони привередливые. Все вокзалы, друзья, это ночь в электричке. Прямо сейчас очень много участников нашей ночи в электричке играют в настольные игры. Друзья, все, кто в огонь! Первому Ярославскому! Привет! Первая студия.